Всем привет! Кватро – это прогулочная коляска, в которой мы объединили современный элегантный дизайн и широкий перечень функций, которые мы и рассмотрим с вами в этом видео. Начинаем обзор с колес. Диаметр передних 17 см, колеса поворотные. Зафиксировать можно, нажав на кнопку. Они легко снимаются для ухода. Задние колеса диаметром 19 см оснащены спаренным тормозом. На каждом колесе имеются амортизаторы для сглаживания неровностей дорожного покрытия. Рама коляски выполнена из железа. Она достаточно прочная. При этом коляска весит всего 8,5 кг. Теперь расскажу подробнее о посадочном месте. Общая его длина 86 см, ширина 34 см, глубина 22 см. Отмечу, посадочное место жесткое, как спинка, так и сиденье. Подножка регулируется в нескольких положениях. Безопасность обеспечивает в первую очередь защита от сползания, бампер съемный, а также пятиточечные ремни с мягкими накладками на плечи. Спинка регулируется в трех положениях. Чтобы это сделать, необходимо одной рукой нажать на кнопку. Положение сидячее, полулежа, полностью лежачее. У коляски большой капюшон по типу батискаф с жестким козырьком. Одно положение. Во втором положении он опускается практически до бампера. Имеется смотровое окошко, через которое вы можете смотреть в этом положении на малыша, а также смотровое окошко, через которое вы можете смотреть в этом положении. Хочу отдельно подчеркнуть, что капюшон состоит из двух слоев ткани. Для удобства родителей в коляске ручка, регулируемая по высоте, подстаканник, а также вместительный карман для мелочей. Отдельно хочу обратить ваше внимание на большую корзину, доступ в которую имеется даже при лежачем положении спинки при помощи дополнительного окна. В комплекте к коляске идет плотный утепленный футкавер, который защитит вашего ребенка в прохладную погоду. Помимо данной расцветки в наличии есть и другие. Складывание вы можете осуществить как стоя сзади, так и перед коляской. Покажу, как это делается спереди. Помните, что колеса должны быть расфиксированы, капюшон убран, нажимаете на две кнопки, складываете коляску и фиксируете ее. Подытожим. Все необходимое для комфортного и длительного использования в коляске Carella Quattro есть. Отдельно хочу обратить ваше внимание на наличие и продуманность мелочей, которые делают использование коляски удобнее для родителей, таких как подстаканник, смотровые окна, регулируемая ручка. На этом я заканчиваю. Хочу поблагодарить вас за просмотр и пожелать отличного настроения и приятных прогулок. Всем пока!